Так, вот эта адская птица какая-то нехорошо шипящая. Видимо, улетела. Давай потихоньку мы уже будем вот это бревно. Ой, 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 тихо, 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 что ты делаешь? Расчищать, потому что сейчас рассветет, и мы будем терять драгоценное время. Вон она, тварь, летает. Видишь? Так, хорошо. Только зря я гранитом задел. Поди, что она еще и может напасть. Зараза. Можете сказать, когда расцветет? Почему так долго? У меня такое ощущение, что дольше века длится день, длится ночь, друзья мои. Так, ладно. Гранит Гранитович. Давай ручками. Ну, опа, молодец. Смотри, какая зараза. Смотри, что делает, а. Так, ну это похоже на рассвет. Да, о да, о да. Так. Уйди, уйди, тварь. Все, 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 все. Солнце встало. Иди к себе куда-то, откуда ты прилетела. Обратно в ад. А что он не хочет подпрыгивать-то? Что он совсем, что ли? А. Так, ну что, все хорошо. Так. Первое, что мы делаем. Так, палка раз. Палка два. И бревно. Точнее, доски. Так. 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 Кирка есть. Так. А теперь. Все. Ребят, смотрите следующее видео.